Здравствуйте, вы смотрите программу «7 минут». 17 июля завершилась Всемирная универсиада в Казани. Это было масштабное событие, и немаловажную роль в нем сыграли волонтеры, в том числе и студенты Рязанского медицинского университета. И сегодня у нас в гостях Анастасия и Жанна. Они в медицинской сфере обслуживали спортсменов. Вот, девочки, расскажите нам о своих впечатлениях. Как вам город? Ну и в общем и целом впечатления об универсиаде. Универсиада – это такое событие действительно мирового масштаба, и мы очень счастливы, что Россия приняла универсиаду, именно Казань, потому что это город контрастов, это город невероятной красоты, нам там очень понравилось. Безусловно, жители Казани очень добродушные люди, нас приняли очень дружелюбно. Если у нас были какие-то проблемы, допустим, мы потерялись где-то, нам приходили на помощь без проблем, и мы действительно себя комфортно ощущали в этой сфере. Как вы жили все-таки в городе, за чей счет, грубо говоря, да, кто финансировал ваше пребывание там? На мой взгляд, универсиада – это отличный отдых, то есть у нас было все включено, можно сказать, и питание, и проезд, и проживание. Было очень здорово передвигаться по городу по бейджу великолепному, когда нас пропускали бесплатно в метро и на любой общественный транспорт. Плюс большое Казань – то, что там нет маршруток, там передвигаются автобусы, и там нет пробок, в отличие от Рязани. Это крайне нас радовало, то есть не обязательно было просыпаться с позаранку, чтобы попасть на объект и успеть вовремя к своей любимой работе. Было очень здорово жить вместе всеми волонтерами. Каждый вечер у нас устраивались великолепные вечеринки, различные танцы, КВН, батлы. Это было очень здорово. Огромный плюс универсиады, как и любого мирового события, это эмоции и огромное количество знакомств с иностранцами. И заодно это классно выучить язык, понимаешь, как он действительно важен. Вот, у нас был замечательные такие бейджи. Вот, и традиция сложилась собирать значки из различных стран. Допустим, это из Южной Африки, это из Кореи. Это страна, которая принимает следующую универсиаду в 2015 году. Япония и, конечно же, Юники, наши великолепные талисманы универсиады. Девочки, вот расскажите еще, пожалуйста, чем все-таки занимались волонтеры? В чем заключалась ваша работа? Было очень много позиций, это не только медицинские волонтеры, это были волонтеры, которые работали со зрителями на трибунах, это активация зрителей. Потом были волонтеры, которые отвечали за транспорт спортсменов и важных гостей. Также были люди, которые стояли на КПП и пропускали. То есть самая тесная позиция вот, по общению с спортсменами – это атташе. То есть там и язык нужен, и полностью входишь в контакт со спортсменами. То есть расселяешь их, передвигаешься по городу. Мне кажется, это такая самая интересная. Ну, завидовали? Да. Было немного, да. У них было больше бонусов по сравнению с нами. Но больше работы. То есть они немножко отделились даже. Они могли запоздно вернуться домой, в отличие от нас, когда у нас строгий график был. У них такого не было. Вот. Кто из знаменитостей посетил универсиаду? Чем она вам вообще в особенности запомнилась? Какой-то случай, может быть, какая-нибудь история? Мы посетили праздник национальный Сабантуй, и там мы увидели Федора Емельяненко и братьев Запашных. И это было здорово, когда мы стояли примерно в метре от них, можно было с ними сфотографироваться, и, ну, вообще, это очень здорово, когда ты рядом находишься с такими людьми. Действительно, ну, это захватывает. Жанне запомнилась больше культурная часть универсиады. Мне более интересна была спортивная ее составляющая. То есть я посещала практически все соревнования, которые могла успеть. Мне запомнился бокс. Никогда не была на боксе, а тут втянулась. Его посетил сам Валуев. Издалека было интересно на него смотреть. Он был VIP-гостем. Также самое значимое событие – это репетиция открытия, когда волонтеры, они проходили в роли стран-участников, мы были корейцами, но многие зрители на трибунах, у них были бесплатные пригласительные, они в то же время не понимали, что мы волонтеры, а не спортсмены, и действительно искренне нас приветствовали, махали нам руками. Это такой
такие эмоции, когда выходишь, на тебя смотрят 40 тысяч человек. Мне кажется, такое бывает раз в жизни у людей, которые не являются спортсменами, то есть профессионально не связаны с этим. Такие эмоции, такое волнение, это просто непередаваемое ощущение. Наверное, это где-то в сердце осталось у каждого. И церемония закрытия, там уже, конечно, меньше было участников со стороны волонтеров. Она еще более прекрасна была, потому что все волонтеры стояли в центре под огромными, как сказать, экраном, на котором транслировались различные легенды. И мимо них проходили спортсмены, они были в самом эпицентре событий, то есть там такие фотографии, такие впечатления тоже безумные. И именно в этот момент понимаешь, что ты часть огромного события, что без тебя это событие, ну, не произошло бы. Не было бы таким. Да, не было бы таким. Вот чтобы попасть на универсиаду в качестве волонтеров, какие испытания вы прошли, какие собеседования? Ну, об этом подробнее. Вообще мы узнали про универсиаду на форуме Селигер, молодежный форум. К нам туда приезжали оргкомитет из Сочи и вот Казани. Мы заинтересовались и сразу, когда приехали домой, начали регистрацию. После этого мы проходили ряд тестов по интернету, и финальный тест был это собеседование. Именно у нас уже в Рязани, так как набирали команду рязанскую. И вот после этого собеседования уже отбирали тех людей, которые, ну, как рекомендованы к отъезду. И уже потом, впоследствии, после тренингов отбирались вот уже финальный состав команды. Ну, в итоге тяжело было? В свою очередь, я могу сказать, что, на мой взгляд, это не совсем тяжело было. То есть, если у тебя есть большое желание, достаточно было просто зарегистрироваться, проявить минимальную активность, а дальше уже, конечно, воля обстоятельств, твои личные качества оценивались на собеседовании. То есть, в принципе, был один достаточно серьезный ключевой этап собеседования. А дальше уже ребята попадали либо в основной состав, либо в резерв, и уже там основной состав сам решал, стоит ему поехать или нет. То есть в большей степени зависело уже от каждого из нас. Ну, то вы прошли этот путь, вы прошли все собеседования, все вот эти тесты невозможные. Путь был не коротким, да? Он больше года длился, по всей видимости. Вот вы прибыли, и первое соревнование, вот дух захватывало? Конечно. Безусловно. К тому же, как уже было ранее сказано, это была репетиция открытия. Первое такое значимое событие, а дальше уже, когда началась непосредственно универсиада, уже началась работа и прочее, общение со спортсменами. Даже нам, как медикам, удалось пару раз покататься на скорости со спортсменами. Это было довольно тяжело в языковом плане, но мы справились. Кстати, могу сказать, что по структуре мне очень понравилось больничное обслуживание. Там было очень классно все организовано. То есть наша задача была привести спортсмена, его обслуживали, это не входило в нашу задачу, и уже непосредственно нам нужно было проводить до конечного пункта назначения его. То есть подходишь на ресепшн больницы, сразу находится водитель, который довозит тебя до конечного пункта, все очень удобно, комфортно, высший класс, 5 звезд. Потрогали спортсменов, покололи их на пол. Красота, прям в сказку попали девочки. Ну вот последний вопрос, но не менее значимый. На Западе не совсем верят в нашу победу, да? Ну, мягко говоря. Ни для кого не секрет, что от России выступал Олимпийский резерв. Вот была ли обстановка на универсиаде более дружественной, или же все-таки, может быть, злые языки, там, взгляды косые, ничего не замечали? Ну, на нашем объекте, наш объект был хоккей на траве, мы не замечали никаких там стычек, потому что у нас все было достаточно дружественно. Команды взаимно друг друга болели, и это было очень здорово наблюдать, когда сидит итальянская команда, польская команда и болеют за русских. Это здорово, и я думаю, без их поддержки наша бы команда тоже не смогла бы одержать победу, потому что это тоже очень важно, когда есть поддержка и есть те люди, которые искренне в тебя верят. Спасибо вам, девочки, Жанна, Настя. Спасибо, что пришли к нам в гости, нашли время. Это была программа «7 минут». Сегодня у нас в гостях были прекрасные девушки, можно сказать, побывавшие на событии мирового масштаба, да, будем это так называть, за которым наблюдали миллиарды телезрителей. Ну, а мы с вами увидимся через неделю. Всего вам самого хорошего. До свидания.